Ой, привет! Кто присоединяется? Буквально на 10 минут вышла в эфир, чтобы более подробно рассказать про марафон стройности, который у нас стартует 15 мая. Потому что очень много вопросов в личку поступает по поводу этого марафона. И несколько раз прозвучал такой вопрос, а почему он бесплатен? Почему вход для всех и почему марафон свободный? Вход свободный. И будет ли какая-то польза? Поэтому решила подробно ответить на эти вопросы, чтобы у всех была информация, почему именно решила запустить этот марафон. Во-первых, вообще у меня вот этот марафон я решила запустить абсолютно спонтанно. В планах проводить этот марафон у меня не было, потому что май такой месяц очень-очень загруженный и очень много работы. Но так как поступает очень много вопросов в личку по поводу, как же можно подтянуть свою фигуру к купальному сезону, к лету, как можно скорректировать, быстренько убрать что-то лишнее, тут подтянуть, там подтянуть и так далее. Сразу скажу, что быстро, конечно, не получится, но основное направление, основные рекомендации я вам могу дать из своего опыта, так как владею большой информацией и не первый раз провожу такой марафон. И у участников марафона действительно очень хорошие результаты. И вот так вот, так как, чтобы консультировать каждого в личке, уходит очень-очень много времени, чтобы я решила поступить хитро. Абсолютно все, кто мне пишет в личку по поводу коррекции веса, как подтянуть свою фигуру, где-то убрать апельсиновую корку, может быть, где-то убрать лишний жирок, я всем теперь пишу. Вот 15 мая стартует марафон, так и называется, марафон стройности. В общем, я собрала всю информацию, которой я владею, и вот этой информацией буду делиться на этом марафоне. Там же, в этом же чате буду отвечать на все вопросы клиентов. И, ну, в общем, участников марафона, не обязательно клиентов. Поэтому все, кто сейчас обращается ко мне с вопросом по поводу красивой фигуры, коррекции фигуры, я всех их добавляю в чат марафона, даю ссылку и говорю, дождитесь 15 числа, остается буквально несколько дней, там я все подробно расскажу. Но помимо того, что буду отвечать на вопросы, там будет действительно очень ценный контент. Я собрала всю свою информацию, которой владею, чтобы вам, участникам марафона, действительно, чтобы вы действительно получили огромную пользу. И самое главное, применили те рекомендации, которые будут на этом марафоне, и получили действительно хороший результат. Так вот, вот эти две основные причины, почему я решила запустить этот марафон, и почему это бесплатно. Потому что очень много вопросов и запросов, и я трачу много времени на консультации. Я там дам информацию, которую никогда не давала во время бесплатного марафона. Поэтому, если действительно вам тоже актуальна эта тема, даже если у вас сейчас стройная фигура и ничего подтягивать, ничего не надо, я также рекомендую вам туда присоединиться, потому что там будут рекомендации по питанию, там будут рекомендации по двигательной активности, там будут рекомендации, так как марафон будет строиться на базе продукции нашей компании, потому что именно у нас есть замечательные продукты, которые нормализуют работу органов желудочно-кишечного тракта, налаживают обменные процессы все, а когда у нас налажены все обменные процессы, налажен углеводный обмен, налажен жировой обмен, то никакого ожирения, никаких складок, никаких апельсиновых корочек, ничего у человека не будет. Это очень-очень важно. Хотя вот это все можно наладить с помощью питания, с помощью двигательной активности. Я не говорю, что нельзя, можно это сделать, но это очень-очень-очень долго. И с помощью биологически активных препаратов вы сократите свои время, потому что наши продукты, они себя зарекомендовали очень-очень хорошо. И ожирение человеческого организма происходит не просто так. Всегда есть причина, какая-то причина. И во многих случаях, особенно если человеку 40+, в этой ситуации, возможно, причиной могут быть отклонения именно в работе внутренних органов. Поэтому здесь во время марафона я как раз поделюсь именно схемами приема продукции, когда можно, когда нельзя, когда рекомендуется, когда не рекомендуется. Марафон будет проходить в Telegram-чате. Вот я выложила пост утром, да, сегодня, и там объяснила, как можно попасть на этот марафон. Вы открываете мой аккаунт,
Там вы видите ссылку, в описании моего аккаунта есть ссылка. Нажимаете на эту ссылку, и там вы увидите кнопочку «Марафон стройности. Присоединиться». Нажимаете на эту кнопочку, вас перекидывает в Телеграм, у вас открывается Телеграм, и вы присоединяетесь к чату марафона. Там я уже подробно расписала, как будет проходить марафон, но еще раз повторюсь. Он будет проходить в Телеграм-канале в течение 7 дней. 15 мая, 10 утра по Москве, я начну делиться там информацией. Каким образом, какой формат? Это будет и текстовый формат, это будет и голосовое сообщение. Где-то я буду записывать кругляшки, то есть маленькие видео. Также в этом же чате я буду разбирать ваши вопросы, буду разбирать ваши запросы. И по вашей рекомендации буду вам составлять индивидуальную программу. Потому что все равно среди участников марафона будут люди с некими отклонениями в работе органов именно внутренних. Да? И в такой ситуации уже составляется индивидуальная программа. Еще раз повторюсь, марафон будет построен именно на базе продуктов нашей компании «Сибирское здоровье». Но я скажу, что я не буду говорить про продукт. Информация про продукт там будет занимать буквально 10% из 100. Там в основном я с вами буду делиться принципами правильного питания, буду делиться рецептами, которыми питаюсь сама. Готовлю сама, вернее, с учетом всех КБЖУ, и там, если вы присоединитесь к чату марафона, там уже в рекомендациях висит, что должно быть в холодильнике, либо на полках кухонных к старту марафона, то есть к понедельнику. Вот суббота, завтра и воскресенье. За эти 2 дня необходимо подготовиться и приобрести продукты питания по списку. Далее там будет рекомендации по двигательной активности и вообще по образу жизни. Также будет информация по работе со своим мышлением. Это тоже имеет огромное значение на возникновение, если коротко сказать, психосоматика веса называется, а также психосоматика различных заболеваний, которые появляются в человеческом организме. Вот. В течение 7 дней подряд я буду с вами делиться полезным контентом. Будет очень много-много пользы. Я никогда на бесплатном марафоне, как вы знаете, я провожу марафон уже не первый раз, и во время бесплатного марафона я никогда не делилась такой пользой, которой буду делиться в этот раз. Так как очень много запросов, и так как я не успеваю, скорее всего, настало время нанимать ассистента, чтобы обрабатывать заявки, но никак я не могу на это решиться, так как ассистент все равно не владеет той информацией, какой владею я сама, и не будет так консультировать, как консультирую я сама. Поэтому те, кому актуально, кому очень важно, кто заботится о своем здоровье и ведет здоровый образ жизни, welcome, добро пожаловать, присоединяйтесь, будет много пользы. Еще расскажу коротко про наборы, потому что тоже были вопросы, какие наборы приобрести. Это я писала, что чтобы получить максимальный эффект и получить максимальный результат от участия на марафоне, я рекомендую приобрести наборы, да, и разделила по 3 наборам. Конечно, коротко я расписала, какой набор для чего и какие задачи решают продукты, входящие в тот или иной набор. Расскажу. Первый набор включает растительный фитосорбент, который будет нормализовать работу кишечника в первую очередь, схватывает токсины, выводит тяжелые металлы, токсины из кишечника, очищает кишечник за счет того, что в составе инулин нормализует микрофлору кишечника, и то, что в составе идут ромашка и эхинацея, они еще будут укреплять иммунную систему. Плюс данный фитосорбент еще очищает лимфатическую систему, а как вы знаете, лимфатическая система – это канализация нашего организма. Абсолютно все яды накапливаются вот на этих узлах, и если не помогать лимфатической системе очищаться, то это тоже приводит к различным воспалениям. И вот как раз с этой задачей прекрасно справляется растительный фитосорбент. Раньше, до того, как они прошли ребрендинг, вот упаковочки, да, баночки, эта линия так и называлась «Лимфосан» от слова «лимфа» и «санация», то есть очищение лимфы. Второй продукт – это природный инулиновый концентрат, который содержит очень много инулина, и основное направление этого продукта – это нормализация микрофлоры кишечника. А как вы знаете, 80% иммунных клеток у нас живут в кишечнике. И когда там нормальная, благоприятная среда, иммунные клетки начинают активно размножаться. И за счет этого у нас укрепляется иммунная система. И третий продукт – это турбо-чай. Турбо-чай будет выводить лишнюю жидкость, которая действительно лишняя в нашем организме, и в течение буквально 2 недель приема
вы потеряете где-то от 1 до 3 килограмм только лишь за счет того, чтобы, вернее, не чтобы, а за счет того, что вот этот турбо-чай будет выводить лишнюю жидкость из организма. Вот это первый набор, стоимость 996 рублей. Если вы откроете еще себе бонусный номер, это делается абсолютно бесплатно при оформлении заказа, вам еще, конечно же, придет кэшбэк. И вот этот набор я рекомендую приобрести тем, у кого есть хронические заболевания органов ЖКТ. Почему? Потому что, во-первых, у этого набора более мягкое, бережное очищение кишечника и организма будет идти, и у вас не будет никаких таких дискомфортных состояний и никаких обострений не будет. Если же у вас нет хроники, да, у вас все хорошо, вы просто хотите поддержать организм, получить информацию по поводу стройности, как всегда оставаться стройной, молодой и красивой, то я вам рекомендую сразу взять второй набор. Ничего страшного в этом нет. Второй набор включает зеленые истоки чистоты. Это комплексное клеточное очищение организма. Там он идет в капсулированном виде, там три формулы. Первая формула очищает среду между клетками, куда клетки в процессе жизнедеятельности выбрасывают продукты распада. Да? Вторая формула очищает среду внутри клетки, а третья формула – это 20 важных антиоксидантов. Антиоксиданты отвечают за молодость нашего вообще всего организма, и плюс еще они также укрепляют иммунную систему. И очищение происходит по всем выделительным системам. И когда клиенты пропивают зеленые истоки чистоты, у них появляется очень много бодрости, очень много энергии, налаживается состояние не только внутри, да, в организме, еще и кожа, ногти, волосы. И есть вот здесь некая такая рекомендация, вот у кого есть панкреатит, то для них с осторожностью надо принимать истоки чистоты. Но у меня очень много клиентов, у кого есть панкреатит, так как они постоянно на продуктах нашей компании и смело пропивают зеленые истоки чистоты, никаких обострений не бывает. Но это благодаря тому, что они постоянно поддерживают свой организм с помощью других продуктов нашей компании. Но если вы все же впервые только берете этот продукт, и у вас есть панкреатит, то лучше возьмите второй, ой, вернее, первый набор. Потому что истоки чистоты при панкреатите можно, но с очень-очень осторожностью. А второй набор также включает чай «Защита печени». Мой любимый чай, прямо обожаю этот чай, потому что этот чай нормализует работу желчного, поджелудочной железы и печени, защищает клетки печени, убирает все токсины и, самое важное, нормализует отток желчи. Это не желчегонный чай. Желчегонный – это абсолютно другой препарат, который просто гонит желчь. Нет, этот чай нормализует отток желчи, то есть не будут проявляться застойные явления желчи. Желчь будет течь тогда, когда надо. И поэтому этот чай прям я рекомендую пропивать абсолютно всем на постоянной основе. Вот мы, например, со своей семьей во время ужина вместо обычного чая пропиваем печеночный чай. Очень вкусный, приятный на вкус, без добавления сахара и молока. Далее, третий набор – это Renaissance Triple Sec. Это улучшенная формула зеленых истоков чистоты. Данный препарат очень мощный. И по сравнению с зелеными истоками чистоты в составе идут экстракты растений. Надеюсь, вы знаете, экстракты, они намного сильнее, эффективнее и мощнее, чем просто обычная трава или вытяжка из травы. И поэтому этот препарат действительно оказывает такое очень мощное очищение организма на клеточном уровне. Там тоже три формулы идут. Также идет очищение среды между клетками, очищение среды внутри клетки и плюс антиоксидантная защита организма. И Renaissance Triple Set, то есть третий набор, он противопоказан тем, у кого желчекаменная и мочекаменная болезнь. Но если вдруг вы хотите приобрести наборы, да, но при этом сомневаетесь, вы всегда можете написать мне в личку. WhatsApp у меня прикреплен в описании моего профиля, или можете писать в директ, или можете писать в телеграме. Я все читаю, всегда в ближайшее время всем отвечу. Возможно, не сразу, но я всегда всем отвечаю, потому что запросов очень-очень много, поэтому не всегда сразу прям минута-минуту не смогу ответить. Но в любом случае пишите, я все равно всегда все читаю и отвечу. Вот что касается по поводу марафона стройности, почему этот марафон бесплатный, какая польза от этого марафона будет и что надо сделать, как туда попасть.